Так, вот у нас Юпитер и 4 галилеевых спутничка. Видно хорошо, да? Вот так видно хорошо. Знаешь, у нас сегодня 8 сентября 2023 год, 23:40 по Киеву. Хотел сказать в Харькове. Нет, не в Харькове, возле города Орехов. Запорожской области. Так, уменьшаю выдержку. Исчезнут спутники. Появятся экваториальные кольца. Появились. Значит, у нас спутники. Увеличиваю выдержку. У нас вот это слева нижняя, это Каллиста. Потом идет Ио поближе к Юпитеру, потом справа идет Европа от Юпитера и Ганимед от Чолюя шествие. Так, а ну поехали, попробую Сатурн еще снять. Попадем, не попадем, он как раз сейчас на самом юге, то есть как бы в лучшем варианте для наблюдения. Вот это, по-моему, он. Сейчас проверим мои снайперские навыки. Если будет сомбреро, то это он. А не будет сомбреро, дорисуем в фотошопе, да? Он родимый. 1 300 000 000 километров сейчас до него. Сейчас я поставил предыдущую съемку, делал я с ISO. ISO было 125. А сейчас ISO 800. Они убегают, стеснительный какой-то, видишь? Сейчас попробую навестись. Ребята, Nikon Coolpix 5000, 125 крат оптического зума, плюс 4 цифровой. Поэтому, когда вы мне там ходите, советуете стабилизацию исправить, еще что-то. Это огроменная консоль. Стабилизация вся включена. Так, вот, попробую сейчас резкость. Наверное, вот это лучше всего. Проплывает. Так, ну и выбачайте. Сейчас еще попробую выдержку уменьшить. Потускнее он станет чуть-чуть. Но чуть-чуть что-то будет видно. Один к 200 была выдержка, теперь 1 к 30. Так, дымка есть. Небо не совсем чистое. Утром попытаюсь поснимать комету, которая на восходе видна. Если погода позволит. Все. 8 сентября 2023 год. Возле города Орехов.